Привет, я Ася. Продолжаем слушать новый альбом Мияги Эндшпиль «Нарратив», второй трек под названием «Круговорот». Не забывайте про лайк и подписку, если все понравится, и поехали! Круговоротами дивных событий, обрывками вредными времени жил. Нервы кидались словами небрежными, ты меня прежнего больше не жди. Бегство не выход, но крах — это прихоть, и вихрами лихо замуливал свет. Я растворялся с тобой в этом облике полностью, снова как дым сигарет. Круговоротами дивных событий, обрывками вредными времени жил. Нервы кидались словами небрежными, ты меня прежнего больше не жди. Бегство не выход, но крах — это прихоть, и вихрами лихо замаливал свет. Я растворялся с тобой в этом облике полностью, снова как дым сигарет. На закате. Я даже не понимаю пока, это звучит будто бы очень мягко, но как-то одновременно грустно. Надо, я думаю, еще послушать. Днем мы рисовали горизонт, искрами до неба в невесомости паря. Так же продолжали мы дышать в унисон, но попали друг на друга мы чувств не тая. Верю в то, что звезды нам благоволят, окутали туманы, но мы грели сердца. Это любовь, бесконечность, чувство как вечность. Я с тобой до конца. Пила я, не бойся. Ну да, вот теперь то, что надо. Я думаю, ну как-то грустно, совсем не хватает какой-то нотки позитива, а потом все-таки она появилась. Хотя, если это все-таки об отношениях, как я изначально думаю, но надо полностью трек послушать, то, наверное, так и есть в отношениях. Ведь бывают и грустные какие-то стороны, и потом все-таки и любовь, и все дела. Рядом приду к тебе с оранжевым закатом, найду самые чистые мысли и подарю на память свои письма. Забудем о былом, построим счастье вместе. Запятнанные строчки на сердце, вечность. Сколько сказано слов, но не хватит и жизни, чтоб описать мою любовь к тебе. Полетели в бесконечность. Я всегда буду рядом с тобой. Я всегда буду рядом с тобой. Это очень красиво и очень нежно, и мне кажется, можно вас поздравить, потому что мы нашли самый лучший трек для медленного танца. Я всегда буду рядом с тобой. Я так понимаю, что здесь идет речь о круговороте в отношениях, вообще в любви, взаимопонимании, в поддержке однозначно, но я желаю вам в жизни услышать такие же слова поддержки, которые выразил Эндшпиль в этом треке, и хорошенько потанцевать со своей второй половинкой под этот трек. Однозначно, очень понравилось. Вы напишите в комментариях обязательно, понравилось ли вам, потанцуйте или нет, а мы встретимся в следующем видео. Пока-пока!